Ну, обидно. Я считаю, что была наша игра, могли дожать, потому что переломили ход игры в какой-то момент. И вот немножечко не хватило, конечно, нам забрать 2 очка. В чем вот начали превосходить соперника, за счет чего сумели переломить? Ну, немножко движения добавили, мне кажется, немножко так попроще стали играть, набрасывать. Сами видели гол, как бы там Захар набросил 2 подставления, как бы она залетела. Поэтому не хватило немножко. Ну, потихонечку так вот будем переносить на следующие игры. Я думаю, что будет положительный результат, придет, безусловно. Волевая победа в прошлом матче. Сегодня почти случился камбэк и победа. Слова добавляют в характере. Где вот находите эти эмоции? Откуда они берутся? Ну, добавляем. Я уверен, что будет все в порядке. Потихонечку, по чуть-чуть. Ну, у каждой команды, может быть, бывают какие-то такие небольшие спады. Как бы. Ну, разговариваем, общаемся с тренерским штабом между собой. Потихонечку так налаживаем игру ту, которую должны играть, которую играли в начале сезона. Первая игра после долгого перерыва. Как себя чувствовали? Насколько сейчас самочувствие нормально восстановилось? Ну, могу сказать, что очень рад вернуться. Естественно, ну, далеко от лучших кондиций. Безусловно, 2 месяца пропустил, поэтому буду работать, стараться добавлять. Есть вопрос? Да, есть. Со стороны наблюдали за всем кризисом, Салавата долго отсутствовали. Как думаете, в чем причина, чего команде не хватает? Ну, тут я не могу вам просто сказать, значит, первое вот это, второе вот это, третье вот это. Потихонечку разбираем, я вот сейчас только что отвечал на вопрос. Повторюсь, бывают небольшие периоды такие. Вот. Но мы, как видите, я считаю, что мы на правильном пути, потихонечку укарабкиваемся, спокойно. Я думаю, что игра придет, та, которую привыкли болельщики, и которую мы показывали. Все будет хорошо. Многие пишут и говорят о какой-то подавленности, о каком-то кризисе. Вообще, можете рассказать, что внутри происходит команда после поражения, потому что тяжелый период. Как команда в целом кризис переживает этот? Ну, как обычно, как мы разговариваем, общаемся между собой и с тренерами, с тренерским штабом, естественно, ищем пути к решению проблемы. Могу сказать, что в команде все отлично, атмосфера, коллектив отличный. Еще раз повторюсь, мы выберемся, и мы на правильном пути, все порядка.